Привет моделистам! Сегодня я вам расскажу интересную историю. Теперь я уже стал делать такие анбоксинг-видео. Я сам не очень, ребят, их. Но иногда я смотрю, очень complicated по-английски. Я Ики, DCC Train, город Цинциннати, штат Огайо. В общем, мы продавали такие, ну, до последних 5 лет, по-моему, они первый раз появились в Уолтерс. Очень деталировка хорошая, и это все выглядит тоже классно. Просто его на полку поставить и смотреть. Смотрите, я уже каждый раз показываю вам, как открыть коробочку, чтобы не было заметно. Но нет, это не в этом дело. Чтобы не было лишних разговоров. Это наши покупатели разрешают мне все делать. Но оказалось, что даже открыть модель, ну, открыть и все это дело, потребовалось для меня немножко попотеть. Тут они сразу пишут, что caution, вот эти сбоку эти крылья такие, очень деликатный, осторожно. То есть вначале я пытался открыть, я уже делал видос, так вот сверху по обыкновенно нет, но оказалось, что проще всего сделать вот так и поднять вот этот вот нижнюю часть, потому что выковырить его очень сложно было. Ну и таким макаром вот я делаю, ребят, все уже давно, и мои руки, пальцы, ну, как-то чувствуют все детали после того, как я запоминаю расположение этих деталей. То есть я не хватаю. Вот очень удачное место здесь можно взять. Здесь очень сложно. То есть и вот за кусок этой крыши. Так, теперь самое главное, нужно отделить вот эти. Нужно немножко нажать сюда. Их они скривятся немного и снимутся достаточно легко. Если просто так тянуть, ну, да, лучше чуть-чуть их обжать в другую сторону. Теперь смотрите, фан самый. Такая крокатица сейчас будет. Беру обыкновенный бамбу стик, да, чапстик. И вот таким образом открываю. То есть они снег не убирают, а просто его сдвигают с рельса, с насыпи, и все. И вся любовь. Смотрите, классно, да? Такая сцепки хорошие, ну, вернее, не киди, но они металлические, у них достаточно хорошие. Вот. Я думаю, что просто иметь такую штуку в коллекции, потому что на нее дышать. Сейчас я близко подкажу. Классно, да? Здесь аккуратненько с этим. Они регулируют их наверняка на какой безопасной длине, да, это будет у вас снег будет, ну, разгребаться, что ли, так правильно сказать. Вот такая вот каракатица. Классно, да? Ну вот, еще разочек print screen можно сделать. Очень. Наверняка старинная вещь. То есть снегоуборщики вот были современные, потому что отбрасывается наверняка. Ну, кто, ребят, настоящие специалисты в этой железке, интересно узнать, конечно. Такие фары здесь, но там только линзы стоят, конечно, ничего. Можно, интересно, свет провести, аккуратненько переделать. Вот. Теперь попробуем собрать также. Таким спокойным образом нужно поднять вот эти вот боковушки задние. Вот они самые. Так вот они стоят тоже. Крылышки. Так, теперь таким же макаром. Ну, я вот приноровился за крышу. Вернее, за крышу, но вот за. Потому и перчатки, чтобы не заляпывать. Просто немножко сгибаю, да? И вот таким образом ставлю, также держу и ставлю эту сторону. Ну, кто собирается уже посмотреть и в коробку положить,
Вот таким образом. Потом я думал, что как я открывал кверх ногами, да, ну, здесь такого проблемы особенно нет. Я его спокойно, о, аккуратненько, спокойно вот таким макаром аккуратненько задвинул. Что здесь? Все. И вот это. Так. Unboxing. Такая история. Классная модель. Вам всего хорошего и наилучшего. Заходите на стримы. Я буду делать гораздо уже, ну, чуть-чуть я, оп, чтобы не кверх ногами, нет. Я уже, ну, потихонечку разгребаю свои все завалы. На стримах мы можем пообщаться. Я вижу, канал чуть-чуть более интересен мне становится. Спасибо за внимание. Успехов и до свидания.